Для моей семьи это особые праздники, особенно Рождество. Мы вместе с моими детьми, это 16-летний сын и 5-летний маленький Артемка, с моим мужем, бабушки, дедушки, мы поем колядки, резвянки, знаем их, любим. С тех пор, как бабушки мои еще учили меня, и это такая церковная традиция, поэтому радуемся тому, что в этом году в резиденции Добра мы пели вместе с волонтерами, со всеми желающими на фестивале колядок эти колядки, и сотни людей прониклись этой темой, и вся Дерибасовская наполнялась этим рождественским пением. Хотелось бы вспомнить, что еще с 1999 года для меня Новый год и Рождество – это невероятные праздники, это помощь детям в сборе подарков. Сейчас это добрый гость, развоз продуктовых праздничных подарков бабушкам и дедушкам. Это «Собери добрый подарок» для детей из интернатов, детям военнослужащим. В этом году это еще и особое Рождество для особых детей, деток с инвалидностью, куда мы привозим вместе с одесситами индивидуальные подарки для каждого ребенка. И хотелось бы пожелать Одессе, Украине, одесситам и украинцам, чтобы следующий наш год был наполнен миром, чтобы сам Бог благословил каждого из нас, потому что мы много отдаем друг другу, отдаем много тепла. И отдавая, мы понимаем, что получаем намного больше.